Региональный этап Олимпиады по математике проходит в стенах IT-лицея Казанского федерального университета с 3 по 6 февраля. 2 дня уделены решению олимпиадных заданий. Далее школьники узнают свой результат, видят свою работу и имеют возможность подать апелляцию на дополнительные баллы. Региональный этап проводится среди учащихся 9, 10 и 11 классов. На этой стадии Олимпиады они соревнуются между собой за право пройти на всероссийский этап. Оба тура теоретические, в обоих турах представлены задачи, ну, более-менее на разные темы математики, то есть всегда в варианте с 5 задач есть задачи и по комбинаторике, и по алгебре, или теории чисел, и по геометрии. Школьникам предлагается 10 задач, 5 задач в первый день и 5 задач во второй день. Помимо регионального этапа, в стенах IT-лицея проходит Олимпиада имени Эйлера. Математическое соревнование создано для учащихся 8 классов и не включает в себя всероссийский этап. Для математиков юниорская олимпиада – это возможность проверить свои познания и подготовиться к более серьезной олимпиаде на будущее. Прошлые годы проходной на всероссийскую олимпиаду был где-то в районе 49-50, может быть, баллов там по разным классам. То есть где-то 7-8 задач должны решить ребята, чтобы пройти на всерос. В региональном этапе участвуют лучшие школьники со всей республики. Иногородние учащиеся во время регионального этапа по математике размещены в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, недалеко от IT-лицея. Уже 6 февраля участники Олимпиады узнают свои результаты, а вскоре после этого будет сформирована сборная Республики Татарстан, которая отправится на всероссийский этап. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.